Вітаємо у студії наших гостей. Це генеральний директор центрального комбінату групи «Метинвест» Дмитро Шевчик і Інна Новицька, власниця кадрового агентства. Вітаю вас ще раз. Пане Дмитре, якою наразі є ситуація на комбінаті? Добрий вечір, Олег. добрий вечір, Інна в 2017-й рік наш комбінат вошов уверена. Ми прийняли бюджет підприємства, утвердили достатньо внушительну інвестиційну програму. На стежь момент ми работаємо. Ситуація стабільна. Чи близька вам взагалі тема трудової міграції? Скажіть, будь ласка, к сожалению, проблема трудової міграції коснулася і наші підприємства, достатньо стабільно працюючі. У 2015 році по цій причині від нас уволилось 46 чоловік, в 2016 вже 96. Тому така негативна тенденція на лицо, к сожалению. У чому ж головна причина того, що люди масово залишають свої домівки, роботу їдуть шукати щастя за кордоном? Ну, желание уехать людей, наверное, можно понять. Постоянная политическая, экономическая нестабильность, существенно снизившийся уровень жизни, отовсюду звучащая военная риторика, все это, к сожалению, только усиливает желание людей уезжать. Но, как говорится, в народной мудрости хорошо там, где нас нет. Очень часто так происходит, что люди, уехав работать за границу, сталкиваются с совсем иной реальностью. Зарплата выплачивается не в полной мере, условия проживания часто невыносимые, по 10-15 человек в одном помещении. Поэтому, ну вот знаете, еще что бывает, обещают легальное трудоустройство, а часто так происходит, что выходит, да, на самом деле выходит наоборот. Работа низкоквалифицированная, поэтому... А в случае, если человек заболеет, то приходится лечиться за собственные средства, поэтому это дополнительные затраты, лечиться за границей дорого. Поэтому с деньгами не все так однозначно. Но есть вещи, которые не измеряются деньгами, это наши близкие, родные, наши родители, жены, дети, которые остаются здесь, которые нуждаются в нас здесь, дома. Поэтому тем, кто думает над таким шагом, собраться уехать за границу, работать, нужно хорошо все взвесить, рассудить, обязательно посоветоваться со своими родными, со старшими, прежде чем сделать такой ответственный шаг. Ну а тем, кто уже сегодня имеет постоянную работу на стабильно работающих предприятиях, так особенно необходимо очень быть внимательным при принятии таких решений. Дякую. панину, вы представляете кадровое агентство. Да, можно так До сказать. вас тут был Игорь Вознюк. Да. Чем подразумевается ваше агентство в Дмитриевском? Мы отличаемся тем, что мы коммерческая структура. Если центр занятости, это государственная организация. Мы же работаем на коммерческой основе касательно работодателя. То есть любая компания обращается к нам с целью подбора персонала. И они же оплачивают наши услуги. Мы работаем по рекрутингу. Дякую. Останнім часом з'являється дуже немало агентств, які обіцяють просто райські умови перебратися влаштування. Як не потрапити на гачок до аферистів? Збирати як можна більше інформації і ніяк інакше, тому що… Что... Якої саме? Як давно існує дана компанія, Тарас. Во-вторих, я ще хочу згадати закон про зайнятості 2013 року, який говорить о те, що не можна брати оплату со боку санкціонерів. А данные агентства этим грешат. И вот многие агентства, которые занимаются трудоустройством за границу, они изымают оплату именно со стороны соискателя, именно того человека, который ищет работу. К сожалению, есть такая статья, как информационно-консультационное обслуживание, и из-за этой статьи у данных компаний, собственно говоря, развязаны руки. Вы занимаетесь опрацевлаштованием Кривориции? Нет, криворитиями это криворитиями? лично Мое решение, да, принципиальное, потому что на самом деле очень огромный риск. И нет никакой гарантии того, что даже если я заключу договор с какой-то польской, допустим, организацией, да, или с израильской, что я направлю человека и его там встретят, да, что не будет каких-то форс-мажоров. Для меня очень важна репутация, поэтому трудоустройством за границу я не занимаюсь. А каких специалистов шукают работодавцы, в частности, за вашей допомогу? Ой, вы знаете, всевозможных. Сфера Пан очень Пан Вознюк обширная. сказал, рубит что рубит нычих специальностей в основном. Да? Пан Вознюк сказал, что в основном рубит нычих специальностей. Вы знаете, сейчас ситуация на рынке труда очень такая сложная. На мой век, а в сфере подбора персонала я уже более 13 лет такой ситуации еще не было. Даже во время мирового кризиса, да, Сейчас вот требуется, начиная от рабочих специальностей, заканчивая топовыми позициями. Угу. Чем пояснить? А то кадров, а то кадров, многие уже за границу. А многие люди, работающие, боятся менять что-либо, потому что они все-таки работают уже в проверенной организации, есть какая-то стабильность, надежность. И поэтому сейчас вот именно мы занимаемся даже в большей степени не только рекрутингом, а знаете, охотой за головами. Mm -hmm. То есть мы так называемые охотники за головами получаем определенный заказ и под этот заказ уже сканируем рынок труда, кто бы из соискателей подошел на ту или иную вакансию. Вы официально процветающие? Я так, да, я ж директор, я собственник компании. Пане Дмитре, тема міграції трудової торкається вашого підприємства. Ви сказали, що торкнулося дуже так сильно. В яких спеціалістах існує зараз потреба на вашому комбінаті? Настаючий момент найдефіцитні професії на підприємті це... Водители автобусов, водители билазов, машинисты, экскаваторов, бульдозеров, буровых установок, электрогазосварщики, электрослесари по монтажу пути. Вот эти профессии в первую очередь нам сейчас нужны, поэтому мы приглашаем всех на работу на Центральный ГОК. Но уже в крымрозе дефицит водеев. Вот так вот, представьте. Градо да. які які зарплати можуть люди отримати, якщо прийдуть працевлаштовуватися за такими спеціальностями? Водитель ну к примеру, водитель Білазу у нас отримує 9,5 тисяч гривень. Це деньги вже за вичитом налогов, это деньги чистої на руки для кривого рогу для України загалом дуже дуже непогано. Які взагалі ключові напрямки розвитку вашого підприємства? Мы приняли достаточно амбициозную инвестиционную программу. Сумма инвестиций на 2017 год составляет 1 миллиард 350 миллионов гривен. Основные деньги мы собираемся потратить на приобретение нового оборудования, техперевооружения комбината. Это капитальный ремонт и капитальное строительство. У молоди есть перспектива на вашем предприятии? Безусловно. На комбинате действует система кадрового резерва, позволяющая карьерно расти молодым специалистам есть возможность участвовать в развивающих молодежных программах, такие как молодые лидеры, школа профессионалов. На комбинате действует союз молодежи ЦГОКа и многое другое. Угу. Чи едут из других мест працевлаштовываться на вашем комбинате? Да, и такое бывает. Насколько это часто? Ну, бывает, так? Да, конечно. Чи можно ли швидкое карьерное взросление? Безусловно, все зависит от желания. Такую возможность мы стараемся предоставлять. То есть дорогу молодым даете? Безусловно. Угу. Пані, ну які найбільш незвичні вакансії є на ринку праці в Кривому Розі? Мм, все возможно, ви знаєте, в зв'язку з ситуацією на ринку праці, яка зараз сложилась, а, навіть бухгалтер-касир з знанням Excel зараз являється досить незвичайною вакансією. В зависимости, опять же, от места расположения той или иной организации. У нас очень длинный город. И вот, допустим, ту вакансию, которую я только что говорила, она находится в районе Трампарка, и мы не можем ее закрыть в течение месяца. Ну а вообще самый оригинальный, вот на моей памяти, например, инженер очистительных сооружений. Мы искали со всей Украины. Или же вот именно технолог по производству дрожжей. То есть также был поиск не только по кривому рогу, но, собственно, был была задействована вся Украина, вся страна. Дякую, Пане панадметро, чьи велика пленность кадров на вашем предприятии? Ну, в связи с, со сложившейся ситуацией из-за трудовой миграции, да, безусловно, ситуация, к сожалению, ухудшается. Ведь что произошло? Традиционно трудовая миграция касалась в основном только бедные области Западной Украины. А сейчас для нас это вновь промышленный юго-восток с наличием стабильно работающих предприятий столкнулся с этой проблемой. Вся эта проблема приняла характер некого тренда. Знаете, поэтому ну, по вышеописанным причинам я уже сказал, почему, на мой взгляд, это происходит. И поэтому, естественно, это отражается и на текучести кадров нашего предприятия. Нещодавно ми розповідали про інвестиційну програму ЦГЗК на 2017 рік. Ви також трошки торкнулися. Йшлося про оновлення автопарку великовантажних самоскидів, гірничої техніки. Які ще напрямки крім цих в пріоритеті? Ну, ми будемо капітально ремонтувати тепловози, думкари, екскаватори. У нас дуже великі дуже плани. Тобто, на старій... достаточно список. Тобто на старій техніці працівники працювати не будуть. Мы занимаемся очень планово модернизацией нашей техники. И инвестиционная программа направлена именно на это. Естественно, благодаря этим инвестициям работа будет не только у тех, кто работает на комбинате, но также и у смежных подрядных организаций. Это дополнительные рабочие места и заработные платы. Это касается уже всего города. Через співпрацюют и с закладами профтехосвіти? Да, безусловно. Каким чином? Трошки докладнейше? Конечно, наши службы... Уважайте перспективу, так? Ну, безусловно, в, по дефицитным профессиям наши службы кадров работают и с учебными заведениями, и с центром занятости. Это наша постоянная работа, это традиция. Сейчас mm. выпускники массово будут шагать работу. Можете допомогти им? Чем самое? Что Ну, Что я могу им посоветовать? Конечно же, нужно им было задуматься заранее. То есть, собственно, определить свой вектор, да, по которому им необходимо будет двигаться в дальнейшем. Если это выпускники школ, то есть нужно задуматься, какое образование будет в перспективе, да, востребовано в будущем. Как известно, сейчас очень уверенно и стабильно себя чувствует сфера IT. Да. Если это выпускники учебных высших заведений, нужно тогда определиться, кем бы вы хотели работать, или по специальности приобретенной, или же проанализировать спрос на рынке труда, и затем просто прописать личный план, как искать работу. Потому что на самом деле работы очень много. И вот мы в том числе дружим уже не первый год с Центром занятости, проводили различные социальные проекты совместные. И мы общались с теми людьми, которые находятся в данный момент в поиске. И просто зачастую человек почему не может найти работу? Ну что-то вот именно, знаете, психологическое, какой-то внутренний барьер. Когда мы с ними начинаем работать, прорабатывать именно их потребности, запросы, человек понимает, что на самом деле найти работу элементарно. И даже ему становится страшно, что он может, собственно, своими же руками, своими действиями изменить, изменить свою судьбу. Пане я работа-работа, но очень важна социальная складывая, как с этим на комбинате. Угу. Наш комбинат входит в группу Метинвест. Метинвест это компания номер один, международная украинская компания. Мы стабильно выплачиваем заработную плату на комбинате, в частности на центральном. Вот уже в течение крайних 15 лет ни разу не задерживалась выплата заработной платы. При возможности происходит повышение. В 2015 году поднималась зарплата на 20%, в 2016 м в два этапа на 15%. В части социальных гарантий, то, то, что вы спрашиваете, на комбинате действует достаточно хороший социальный пакет. В первую очередь, это медицинская страховка, это возможность получить бесплатно в случае заболевания медикаменты, получить бесплатную помощь в поликлинике, в стационаре наши сотрудники все обеспечиваются высококачественной спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, потому как в компании действуют достаточно высокие требования к охране труда и технике безопасности. Наши сотрудники имеют возможность по льготной цене отдохнуть и подлечиться в санаториях и профилакториях. В случае попадания в сложную жизненную ситуацию наши сотрудники могут рассчитывать на материальную помощь от комбината. Делаются выплаты при рождении ребенка. Бесплатно оказывается, осуществляется доставка наших сотрудников на работу, транспортом комбината, льготное питание по льготным ценам в столовую. Для тих, хто любить активно проводить досуг, є можливість займатися бесплатно в спортивних секціях в платіжному бассейне, в дворці спорта комбіната і нове інше. Шановні гості, тема переселенців дуже важлива не тільки для Кривого Рогу, для України також. Чи не зачиняєте для них двері? Ні, Боже, в пасі. Мы только рады, мы для нас никаких ограничений для переселенцев у нас не существует, поэтому мы рады помочь и оказать всяческую помощь и с трудоустройством, и не только. Поэтому это наши люди, мы все украинцы, мы один народ. За помощью вашего агентства шукают работу переселенцы? Вы знаете, мы сначала всех вот этих вот действий тесно взаимодействуем, как я уже сказала, с центром занятости, с модульным городком. И я хочу отметить, вот правильно Дмитрий сказал, что касательно наших предприятий, именно криворожских, они действительно открыты для людей, которые оказались в такой сложной ситуации. И, к примеру, работая с модульным городком, я знаю точно, что двое жителей модульного городка устроились на ЦГОК в свое время. Как повернуть тех людей, которые уже находятся за кордоном, выехали? Чем можно привабить? знаете, на мой взгляд, эта проблема достигла уже таких государственных масштабов, поэтому наверное требует соответствующих государственных решений. Ведь ну, без визом и одним патриотизмом сыт не будешь. И люди все ожидают изменения условий жизни к лучшему. Я думаю, что в первую очередь на это и нужно направить все усилия, всем без исключения, правительство в том числе. И как только люди почувствуют эти изменения к лучшему, ну то кто же захочет куда-то собираться, уезжать, оставлять родных, семью, свой дом и куда-то перебираться, рискуя. Поэтому, наверное, тогда эта проблема начнет и решаться. Но а тем, кто сейчас в настоящий момент задумывается над этим шагом, я бы советовал, все-таки еще раз хорошенечко все взвесить, рассудить, посоветоваться с родными, подумать. Потому как все обязательно заканчивается, и плохое в том числе. И ситуация так или иначе начнет меняться к лучшему. Наши люди очень добрые, трудолюбивые. Они этого заслуживают. Ну а тем более тем, кто имеет сегодня постоянное место работы на стабильно работающих предприятиях, так тем более не стоит никуда спешить. Те же самое питание до вас. Ну что я могу сказать? Если касательно собственников бизнеса, они сейчас в таком в тупике находятся. Дело в том, что вот сейчас к нам стали часто обращаться, чтобы мы предоставили услугу мониторинга уровня заработных плат. Да, собственник заинтересован, чтобы люди оставались у него работать в штате, чтобы они не уезжали за границу, и они пытаются всякими силами, не силами или повысить уровень заработных плат, или какие-то новые условия, да, вот именно социального плана внедрить но это вопрос действительно государственного уровня. И я еще раз тоже хочу добавить от себя, прежде чем принимать решение об миграции в другую страну, нужно здесь идти за и против. И даже просто под, подытожить баланс. Какая выгода будет от того, что вы поедете в, там, в другую страну? Возможно, наоборот, вы окажетесь в минусе. Ну, будем сподеваться на зваженность наших земляков. Вам великое спасибо за то, что завитали да. до нашей студии. Нашим гостем был генеральный директор центрального комбината группы «Метановая» Дмитрий Шевчик и Инна власниця кадрового агентства.